своему 15-летнему юбилею дальневосточная энергетическая компания совместно с платежной системой «Мир» проводит акцию для своих клиентов. Все пользователи личного кабинета и мобильного приложения ДЭК с 1 марта по 31 декабря могут вернуть процент от суммы оплаты коммунальных услуг, совершенных по карте «Мир». Чтобы получить кэшбэк, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете филиала ПАО ДЭК «Камчатскэнергосбыт», либо скачать его мобильную версию, мобильное приложение ДЭК «Камчатскэнергосбыт». До совершения платежа необходимо зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт и активировать акцию на странице акции на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир». Акцию нужно активировать, даже если ранее карта была зарегистрирована в программе лояльности. Регистрация осуществляется однократно и действует до конца акции, до 31 декабря 2022 года. После активации карты в программе лояльности необходимо оплачивать квитанции за свет и тепло через личный кабинет ДЭК. В течение нескольких дней после платежа на карту «Мир» вернется процент от оплаченной суммы. Личный кабинет и его мобильная версия позволяют производить оплату быстро, без комиссии и не выходя из дома. А наряду с возможностью оплаты онлайн можно вести несколько лицевых счетов, следить за историями начислений, передавать показания, распечатывать квитанции за нужный период. На 1 апреля 2022 года в личном кабинете ДЭК зарегистрировано более 43 тысяч лицевых счетов жителей Камчатского края.